По закону, придомовая территория является общедомовой собственностью. Таким образом, земельный участок, на котором расположен жилой дом и иные, входящие в состав этого здания, объекты недвижимого имущества, являются общей долевой собственностью жильцов этого дома. В рязанских дворах регулярно выявляются различного рода несанкционированные парковки. Перед тем, как сносить конкретные конструкции, представители администрации выходят на контакты с жителями дома, предлагая им провести общее собрание собственников жилья. Это необходимо для того, чтобы все жильцы смогли принять общее решение о необходимости таких парковочных мест. По всей видимости, за 2 последних месяца жители этого дома не смогли прийти к общему мнению, поскольку свое решение они не передали в администрацию. 50 металлоконструкций парковочных установлено на муниципальной территории в нарушении правил благоустройства. Это Касимовское шоссе 57 для парковки частного автотранспорта. Конструкции установлены в нарушении правил благоустройства на муниципальной территории. В ближайшее время жителям этого дома придется делить места по старинке. Но если они все-таки захотят согласовать свой парковочный проект с администрацией, им не придется покупать новые ограждения. После демонтажа они отправляются на улицу Бирюзова, напротив домов 11-12. Там находится территория, где будут храниться эти парковочные конструкции. При желании жители могут приехать и забрать их. Те рязанцы, которые также самостоятельно захватили часть двора, теперь могут задуматься о рациональности своих действий. Если ограждения не согласованы со всеми собственниками квартир, скорее всего, конструкции в ближайшее время также будут демонтированы. Анна Герцовская, Алексей Кузнецов, телекомпания «Город».